Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядіть у гэтым випуску. Программа социально-экономичного развития Беларуси. Ее реализация стала основной темой сегодняшнего посяджения Президиума Совета областного объединения профсоюзов. Школа молодого керовника. У Речицким районе прошел выездный семинар для специалистов, которые уваходят у кадровый резерв АПК. Час цуда и святочного настрою. У регионе набирают обороты доброчинные мероприемства. А зараз об этом меньшим больше подробязно. На Гомельщині протягивается практика проведения встреч керавництва облвыканкама с жыхарами региона. При этом на их запрашиваются все категории насельництва. Подробности в материале Олега Сенцерова. По Гомельской области Лоевский район не самый великий. Тут нема буйных промысловых предприемств, а основной накерунок у экономики сельская господарка. Об чем марить местовая молодь и какие перспективы у ее есть? Об этом широкая размова у района в оконавчем комитете. На встрече с наместником старшини Гомельского облвыканкама Владимиром Приваловым молодые представники Лоевского района. Некоторые из них еще учатся, некоторые працуют в местовых организациях. Але есть шмат тем, которые интересны для всех, а тому одразу окресливается формат встречи. Конструктивный диалог, размова о перспективах развития промысловости и аграрного комплекса в области, будовництво жилья и створение ровных умов для городской и сельской молоди в плане интеллектуального развития. У опошние годы у этом накерунку зроблено шмат, коли мерковать по выниках централизованного тестирования. Сегодня выпускники вязковых школ не учив не соступают городским ровесникам. Навученко Лоевского державного педагогического колледжа Анастасия Позняк так само марить учить детей. Я очень люблю детей, и поэтому выбрала именно эту специальность. У меня еще бабушка-учитель и дедушка-учитель, и, наверное, еще и это повлияло на выбор моей будущей профессии. Думка, якую подчас встречи наместник старшини облвыканкама Владимир Привалов выказывает несколько разов. Держава створяет махчимости для самореализации молодых людей, але и они сами повинны клопотиться об своем будущем. Еще одна тема для обмеркования – приоритет житевых каштовностей в сучасной молоде. Сегодня у шмат кого на пеших местах карьера и материальное обеспечение, и только потом семья. У связи с чем многие выпускники школ имкнутся в великие города, хоть и в невеликих населенных пунктах можно быть счастливым. Мы с мужем оба из Гомеля. Родились в Гомеле, но распределение так распорядилось, что уехали мы сюда. Муж у меня хирург в Лоевской ЦРБ. Когда мы приехали, нам дали жилье. У нас двухкомнатная квартира ведомственная. Мужа мы ему переподготовили, он еще и врач-офтальмолог у нас. Вот. Коллектив принял очень хорошо, всячески поддерживали. У нас теперь дочка растет, ей третий годик. И пока у нас нет никакого желания переезжать, если честно. Нам очень комфортно здесь. Протяг размова об житевых приоритетах и проблемных моментах у работе теперь же медицинской сферы у Светлогорской центральной районной больницы. Сегодня эта установа отповедает усим потребованиям, которые предъявляются до районных медицинских установ. Их главная задача – снижение уровня смертности и повеличение нарожаемости. Что год у Светлогорском районе проводится диспансеризация населения. Разом с тем медики означают, поставленные задачи будут выполняться больше поспехово, когда и сами люди начнут относиться до властного здоровья больше отказно. Конечно, доктора помогут и направят в нужном направлении. Но доктору нужно обозначить какие-то изменения, произошедшие в своем организме. Вот, в ходе диспансеризации далеко не всегда за те считанные минуты доктор может выявить все проблемы. У каждого человека есть своя малая родима. И прежде чем нечто потребовать от ее, необходимо задать питание себе, что я заработал для родного краю. За эту думку можно поставить, наверное, эпиграфом до встречи керавництва облвыканкама с населением в области. Олег Сентеров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Гомельское областное объединение профсоюзов сегодня провело посяджение Президиума Совета. И оно началось урочисто – заручение удячностей и грамот работникам, которые працавали сёлета лепш за усіх и были прикладом для своих коллег. После удельники посяджения обмерковали работу по выполнению положения у программы социально-экономичного развития Беларуси, якая принята до 2020 года. Одразу было означено, что деятельность профсоюзных организаций Гомельщины зладженная и эффективная. Каждый профсоюзный комитет мкнется реализовывать программу социально-экономичного развития, заходящие из особливости у своей деятельности. Так, например, коллективные договоры на предприемствах, которые относятся до
энергетики, газовой и паливной промысловости были измененные. На больше высоким узроне зараз представлены питание дисциплины и самодисциплины, причем как для работников, так и для наймальников. Это соблюдение строго производственной дисциплины, технологической самодисциплины, так и со стороны нанимателя, это, конечно же, безусловное выполнение принятых на себя обязательств и максимально стараться стимулировать хороший добросовестный труд, что на самом деле и делается. Есть ряд положений, которые позволяют, значит, стимулировать за экономию энергоресурсов, за сборы металлолома, то есть за все именно производственные показатели и характеристики, которые в конечном счете улучшают нашу жизнь, в том числе и, так сказать, позволяют максимально реализовать личные интересы работников в самодеятельности, в спорте, в отдыхе. Можно сказать одним словом, сделать для каждого работника более комфортную его работу и его жизнь. Везны семинар по проекте «Школа молодого керовника» прошел у Речицким районе. Его темой стало обмеркование перспектив развития и повышение экономической эффективности агропромыслового комплекса в области. С подробязностями Ганна Каральчук. Подобные семинары для кадрового резерва АПК уже проводились у разных районах в области. В этот раз на им собралось амаль 30 специалистов с Калинковицкого, Брагинского, Хойницкого, Речицкого и Лоевского районов. Некоторые из присутных уже занимают керующие посады. Иншие еще рыхтуются до работы керовника и набирают в опыт. Семинар открылся пленарным посяджением, подчас якого удельники познакомились с основными социально-экономичными показчиками района. На территории нашего района расположено 178 населенных пунктов. Из них 175 – это сельские населенные пункты. Территория района разделена на 17 сельских советов, один поселковый и один городской. Численность населения Речицкого района составляет 98 тысяч человек. По структуре населения по территориальному признаку 28% составляют сельские жители, а это практически 27 тысяч человек. 13% населення Речицького района занято у сельской господарці, и больше за треть виробленого ими за год припадає на молочную продукцию. Каб доведаться, что собой уявляє молочно-товарный комплекс района и как организована его работа, удельники семинара отправились на предприемство. Так, одной из кропок стала новая ферма «Агрокомбинат Холмич» на 1000 голов, которую ввели в эксплуатацию в минулом году. На ней працюють 20 человек. Директор агрокомбината Василь Юшкевич пораю будущим керовникам отказно подходить до справы, особисто уникать у деталі и постоянно повышать свою квалификацию. Тем более, что с допомогой интернета сегодня можно найти любую потребную информацию и проконсультоваться. И он и сам с готовностью отказал на все питания удельников семинара. Не надо просто бояться и страшиться этой работы. Да, она может показаться такой, ну, все время это сельское хозяйство, все время ты должен на работе, выходные, проходные. Ну, если ты ее полюбишь, эту работу, и если ты будешь ей отдаваться, ну, и создашь команду для себя, ну, в принципе, ничего страшного нет. Ты можешь находить даже себе свободное время и отдохнуть, и специалистам давать возможность такую, и себе. Ну, да, оно со стороны кажется, что тяжело, но нормальная работа. Все время на свежем воздухе. У всех молодых специалистов, кроме годной зарплаты, предприятие обеспечивает жильем. Семейным парам предоставляют новые дома, а холостых размещают у квартирах. Каб утримать молодь и створить комфортные умовы для життя, Холмицкий сельсовет зробил на мясцовом узровне амаль городскую инфраструктуру. У агрогородку есть спортивная, музычная, агульно-адекуационные школы, крамы, больница, лазня и, вядома, Центр культуры и рамёстов, які працюю уже 10 годов. В нашем учреждении работает 11 клубных формирований и любительских объединений, в которых задействованы дети и среднее звено, разные возрастной категории. В нашем также Доме культуры очень пользуется спросом, скажем так, бильярд. Информационно-развлекательные программы у нас проводятся в субботу. Это, то есть, не только дискотека, но мы предлагаем и конкурсы, и всевозможные. Даже эстафеты молодежь очень активно принимает участие. Усяго у 2018 году у Речицкий район прибыло 254 специалисты, 63 из яких працуют у сельской господарцы. Ганна Каральчук, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель» з Речицкого району. У Мінску названы переможцы республіканського туристичного огляду конкурсу «Познай Беларусь». Серед їх есть и представники нашего региона. Узнагорода накировывается у філіял «Червоний берег» Жлобинского історико-краєзнавчого музея.
І у протяг теми. Сьогодні во управлінні спорту і туризму Гомельського облвиконкама пройшов регіональний семінар для представників агроекотуристичного бізнесу і рамісництва. На ім обмірковувалися шляхи розпрацовки і маркетингового просовування туристичних пропонов для жихаров і гостей Гомельської області. Тему протягне Євгенія Кухаронок. Зараз у регіоні крыху больше за 160 агросядіб, які мають самые разностайные накірунки діяльності. Штогод открывается по 5-6 таких туристичних об'єктів. Росте так само і кількість їх наведувальників. Во управлінні спорту і туризму лічить, що сьогодні настав час змінять формат пропанови туристичних послуг. Ми хочемо, щоб старатися вже предоставляти не просто услугу так таковую, проживание, питание, рыбная ловля, катание на лошади, а пакетом, чтобы был какой-то транспорт для того, чтобы довести условно в тот же парк, тот же какой-то рядом какой-то район, и создать такой небольшой кластер, да, чтобы они работали вместе, сообщая. Подобные пропановы на семинар выступила и Лилия Калюжная, керовник коворкинг-центра майстров и рамесников «Своя поличка». Разом с коллегами я на плану распрацовать туристичные маршруты, которые будут иметь особые специализации. До прикладу, Гомельщина гастрономичная, те исторические местечки в области и музей. Таким чином можно створить и этнографичный маршрут, и экологичный, и краезнаучий. Однако перед этим у коворкинг-центры вырашили провести фестиваль туристичных объектов Гомельской области, как особисто познакомиться с представниками агроэкотуризма региона и завязать отношения. Запрошенные гости, в свою чергу, смогут рассказать про опыт работы в туристическом бизнесе и продемонстрировать свои услуги и продукты. Первое – это фестиваль. Но после фестиваля это уже будут четкие маршруты, потому что мы на каждый объект мы не съездим, и нет ни возможности и так далее. А вот на фестивале мы изучим каждого уже досконально, кто чем силен. Все это нужно как-то вот объединять, соединять для того, чтобы те возможности, те привилегии, которые дает государство нашим агроэкотуристическим объектам, могли по полной программе давать результат. Фестиваль планують провести 27-28 красавіка 2019 года у одним з гостинічно-забавляльних комплексів под Гомелем. Про удалим розкладі у дальнейшем подобные встречи можна буде проводити у різних районах в області. Євгенія Кухаронок, Андрій Іванов, телерадіокомпанія «Гомель». Сьогодні у Гомельському державному університеті ім'я Франциска Скорини відбулася конференція, примеркованая до 100-годзя утворення БССР. Гэтая гістарычная падзея відбулася 1 студзеня 1919 года. На пленарным пасяджэнні ва універсітэце сабраліся вучоныя з розных навуковых установ, а таксама супрацоўнікі музеяў і архіваў. У цэнтры ўвагі пытанні, звязаныя з тым, як і чаму адбылося абвяшчэнне Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Як яна развівалася і якую ролю адыграла ў жыцці беларускага народа і станаўленні дзяржаўнасці нашай краіны. БССР вельмі важны такі момант, якраз звязаны з тым, што ў нас сёння ёсць незалежная свая дзяржава. Паступова ў межах савецкай Беларусі сабраліся все этнічныя беларускія землі. БССР стала краиной, заснавальником Организации Объединенных Наций в 1945 году. И это потом значительно облегчило для нашей краины международное признание, когда в 1991 году мы стали целиком суверенной державой. Дадзеная тэма аказалася цікавая не толькі дактарам і кандыдатам навук, але і студэнтам. Калі даклады ўдзельнікаў канферэнцыі вынік даследчай працы навукоўцаў, то падчас работы секцыі сваімі напрацоўкамі па тэме падзяліліся і студэнты. У сувязі з надыходам святаў у работе Организации аховы здоровья будут змены. Так, амбулаторно-поликлинічныя установы 22 и 29 снежня будут працаваць у звычайным режиме. Прием пациентов по графику работы у суботний день врачи проведут 24 и 31 снежня, 23, 25 и 30 снежня – выходные. Больницы працуют у отповедности с графиком дежурства. До Новага года амаль 2 тыдні, але свята сустракае нас бадай на кожным кроку. Гэта расквечаныя ліхтарыкамі вітрыны крам, вулічная ілюмінацыя, упрыхожаныя цудоўныя елкі. Акрамя таго, ў рэгіёне зараз праходзіць вялікая колькасць дабрачынных мерапрыемстваў, а да некаторых свята дастаўляюць адразу дадому. Марына Джалай разам з кіраўніцтвам абласнога аддзялення фонду міру, Дзедам Марозам, Снягуркай і мультыплікацыйнымі персанажамі наведала дзве шмадзетныя сям'і ў Гомельскім і Добрушскім районах.
Галіна і Юрій Яўменінкі живуть у Галавінцах. Гэта гомельскі район. Дом побудавалі сваімі сіламі. Гаспадар сям'і робіць усё сам. Амаль уся мэбля ў пакоях таксама яго залатых рук справа. А пяшчотныя рукі Галіны паспяваюць справіцца з усёй хатняй работы і прылашыць кожнае дзіця. А іх у сям'і 11. Пяцёра ўласных і шасцёра з дзіцячых дамоў. Гэта калі афіцыйнай мовай. На самой справе усе дзеці даўно сталі роднымі. Жаданне падарыць любоў пакінутым бацькамі малыш у Галіны з'явілася пасля нараджэння сваіх пяцярых сыноў. Шматдзетная маці марыла аб дачцэ. За некалькі гадоў гомельская сям'я Яўменінкаў павялічылася яшчэ на шасцярых хлопчыкаў і дзяўчынак. Моя сям'я для мяне – это моя жизнь, это моё счастье і всего, чего, что всё для счастья у меня в жизни есть. У гэты ж дзень наша здымачная брыгада разам з абласным аддзяленнем фонду міру адправілася ў Добрушскі раён. Тут у вёсцы Залесе жыве сям'я Святланы Паначоўнай. Жанчына нарадзіла і выхавала 11 дзяцей. Трое жывуць асобна, маюць свае сем'і, 8 разам з маці. Малодшай дачцы 4 гады. Жанчына працуе даяркай на прадпрыемстве «Жгунская». Яе кожны працоўны дзень пачынаецца ў 5 гадзін раніцы і завяршаецца уначы. Але дзяцей Святлана выхоўвае так, каб яны ўсё маглі рабіць самастойна. То, што наше правительство пастаянна ўдзяляе ўвагу многадзетным сем'ям, это очень-очень правильно, потому что если будет крепкая сям'я, будуць правильно воспитаны эти дзеці і будзе наша государство крепкое, будет развиваться и примером для других государств. Я вот в преддверии этого большого праздника я бы хотел поздравить всех с Новым годом, но прежде всего с Новым годом наших многодетных матерей. Пожелать им здоровья, благополучия, добра, мира, и чтобы они радовали нас, и мы радовали их, посещая их на дому. Наведваць у святочныя дні шматдзетныя сем'і – традыцыя гомельскага абласнога аддзялення фонду міру. Добрыя словы, віншаванні, падарункі і самая прыемная – шчырая рэакцыя дзяцей. Іх вочы, якія іскрацца шчасцем, і шырокія усмешкі. А пакуль фонд міру рыхтуецца да правядзення чарговых навагодніх акцый і мерапрыемстваў, каб працягваць дарыць свята тым, хто чакае яго больш за ўсіх. Марына Джалая, Валерый Гапанько, Тэлерадо, кампанія «Гомель». Буйнейшы рэтэйлер Беларусі працягвае ажыццяўляць казкі. На гэты раз дапоўненую рэальнасць атрымала аповесць Льюіса Кэрала «Аліса ў залюстаркоўі». У Гомелі адбылася прэзентацыя кнігі. У ліпені Еўраопт прадставіў першую кнігу з дапоўненай рэальнасцю. Гэта была «Аліса ў краіне цудаў». Зараз маленькая гераіня адправілася ў залюстаркоўе. Здзейсніць падарожжа разам з ёй вельмі проста. Неабходна ўсталяваць на гаджэт спецыяльны дадатак, і дзверы ў казачны свет адкрыюцца. Прыгожыя ілюстрацыі, анімацыі і цікавае апавяданне. Кніга будзе арыгінальным падарункам на Новы год. Галоўнай фішкай прэзентацыі сталі шахматы. Шахматныя фігуры танцавалі, а юныя гросмейстеры атрымалі майстар-клас ад кандыдатаў майстры спорту Тимафея Клачкова. Для выхаванцаў гомельскай шахматнай школы такі вопыт абавязкова будзе карысным. За што ты любіш шахматы? Потому что они хорошие и мне не нравятся, потому что они помогают развить ум и помогают учиться лучше. Юныя госці, якія не прымалі ўдзел у шахматных баталіях, таксама не засталіся ў баку. Яны прынялі ўдзел у віктарыне, прысвечанай прыгодам «Алісы ў залюстаркоўі». Узнагародай за правільныя адказы, вядома ж, была кніга. Дарэчы, на гэтым сюрпрызы не заканчваюцца. Напярэдадні Новага года Еўраопт абвясціў новы конкурс. В преддверии новогодніх праздников, безусловно, все дети будут готовить свои карнавальные костюмы. И если этот костюм в стилистике «Алиса в зазеркале», обязательно сфотографируйте его и пришлите нам на электронную почту по адресу alisa@evrator.by. 15 самых красивых костюмов будут оценены жюри, и их авторы получат от нас в подарок планшет. До 6 студзеня набыць кнігу «Аліса ў залюстаркоўі» можна па спецыяльнай цане ва ўсіх магазінах «Еўраопт» ці «Бруснічка», а таксама ў онлайн-гіпермаркетах «Е-дастаўка» і «Гіпермол». Максім Савін, Алеся Рудзянкова, Ігар Марышчанка, тэлерадыёкампанія «Гомель». Гэтыя, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Добрага вам вечара і да новых сустрэч у эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Два пожара в одном подъезде с разницей в 24 часа – поджог или случайность. В одной из многоэтажек областного центра сгорели бытовки.
Первый случай произошел около 5 утра 17 декабря. Спасатели выехали на пожар бытового помещения в доме номер 97 по улице Советской. Очаг возгорания находился между первым и вторым этажами. А сегодня утром инцидент повторился. В этом же подъезде горела бытовка этажом выше. В обоих случаях пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Эвакуация жителей не понадобилась, пострадавших нет. Рассматриваем версию возникновения пожара, занесенный источник зажигания извне. А в Мозыре ночью горел автомобиль. ЧП произошло на автопарковке возле жилого дома по улице Куйбышева. К приезду спасателей БМВ 523 пылал открытым пламенем. Пожар потушили. В результате огнем повреждены обшивка внутри салона и моторный отсек автомобиля. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Не исключено, что это тоже мог быть поджог. В Гомеле этим утром многие горожане стали заложниками транспортного коллапса. Большой затор произошел на улице Интернациональной из-за ДТП. По одной стороне дороги троллейбусы стояли в ряд от улицы Гагарина и до Вечного огня. Автобусам с маршрутками и автомобилями приходилось делить между собой две оставшиеся полосы. Само ДТП, по версии очевидцев, легкое. Автобус въехал в небольшой грузовой автомобиль на перекрестке Интернациональной и Гагарина. Обошлось без жертв. Пострадавшими оказались гомельчане, которые попали в затор и, вероятнее всего, с опозданием добрались до места назначения. Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Гомельской области разыскивается Ганаков Александр Леонидович, 1964 года рождения, за совершение преступлений в экономической сфере. Если кому-либо известно о местонахождении данного гражданина, просьба сообщить по телефонам, указанным на экране, либо в ближайший отдел внутренних дел. Анонимность гарантируется. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта, в студии Максим Савин. Здравствуйте. Гомельская «Энергия» с побед начала второй круг мужского чемпионата Беларуси по волейболу. На выезде гомельчане дважды были сильнее могилевского «Коммунальника». В первом поединке энергетики заставили своих болельщиков поволноваться, оформив победу лишь в пятой решающей партии. На следующий день все сложилось для гостей куда проще – 3-0. После 10 сыгранных туров «Энергия» располагается на третьем месте в чемпионате. В чемпионате Беларуси по хоккею высшей лиги сыграны очередные поединки. Жлобинский «Металлург-2» поделил очки с дублем солигорского «Шахтера». В первом матче сильнее были «Горняки» 7-3. На следующий день «Столивары» взяли реванш 4-3. «Гомель-2» не дал осечки в поединках с «Витебском-2». Две виктории «Рысей» 4-2 и 3-1. В турнирной таблице «Гомель-2» уверенно удерживает вторую позицию, «Металлург» на девятом месте. В Гомеле зажгли рождественские звезды. Открытые республиканские соревнования по дисциплинам современного пятиборья прошли в областном центре. Около 200 юных спортсменов из Беларуси и Украины соревновались в биатле. Это плавание и бег, а также триатле. Эта дисциплина включает в себя плавание, бег и стрельбу. Возраст участников от 9 до 17 лет. Самые младшие в бассейне преодолевали дистанцию в 50 метров. На беговой дорожке 800. Старшие, соответственно, 200 и 2400 метров. Рождественские звезды – турнир в некотором смысле имиджевый. Популяризация современного пятиборья среди детей и молодежи – одна из главных задач. Кстати, в числе участников много тех, кто впервые пробует свои силы в пятиборье. В основном это воспитанники отделений плавания детских спортшкол. Популяризация этого вида спорта. Дети многие с плавания, чтобы они посмотрели, увидели разнообразие, какое есть пятиборье. Поэтому я считаю, что нужный турнир. Будем его стараться проводить ежегодно. Команда из Украины приехала на турнир в Гомель в небольшом, но очень сбалансированном составе. Всего 9 человек. Это не помешало им собрать богатый медальный урожай. Гости увезли домой 6 наград. Конкуренция большая. Мы были полгода назад в Бресте, был этап тоже. И в этот раз конкуренция, ну, не знаю, процентов на 30 лучше. Удачно выступили и хозяева. На счету спортсменов из Гомельской области 14 наград. На пьедестал почета поднимались спортсмены из Гомеля, Речицы и Светлогорска. Команда из нашего региона в числе призеров первенства Беларуси в программе спартакиады «Дю США» по вольной борьбе. Соревнования проходили в Гомеле.
В состязаниях юношей первое командное место ожидаемо выиграли воспитанники Гомельской «Дюшор» номер 1 БФСО «Динамо». На втором месте ДЮСШ городского поселка Большая Берестовица Гродненской области. На третьем – Брестская ДЮСШОР спортклуба профсоюзов. У девушек победили спортсменки Быховской ДЮСШ. Второй результат показала команда Бобруйской ДЮСШОР профсоюзов «Спартак-2006». Бронза у гомельчанок, а точнее у воспитанниц ДЮСШОР профсоюзов «СОЖ». На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».